Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 25 июля. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Гавриила. Это имя имеет библейское происхождение и переводится как «сила Божья». Небесным покровителем его является преподобный Гавриил Святогорец Иверский. В далеком X веке, неподалеку от Иверской обители, на святой горе Афон, подвязался преподобный Гавриил. И однажды, угодив Господу, праведник был удостоен видения, в котором Пресвятая Богородица повелела ему возвестить настоятелю и братии, что она хочет дать им свою икону в помощь и заступление. По ее повелению старец Гавриил должен был с верой пойти по морским волнам и принять икону для обители. Немедля святой объявил о чудесном видении, и настоятель с братьей вышли на берег при молебном пении со свечами и кадильницами. Святой старец выполнил поручение Богоматери, безбоязненно пошел по воде, как по суху, с благословением принял святую икону Богоматери и принес ее на берег. Эта икона стала именоваться по названию обители Иверской, а преподобный Гавриил продолжил совершать отшельнические подвиги во славу Божию и мирно представился ко Господу. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Прокла, Михаила, Федора, Ивана, Яна, Арсения, Симона и Марию. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!